Как часто у тебя плохое настроение? Из-за чего? Я грущу не часто, я очень мало грущу. Я грущу, потому что мне очень скучно, и подруга моя очень далеко. Я грущу, когда старшая сестра мне не дает взять свои вещи. Когда мне родители покупают игрушку, а обещали, что покупят. Когда папа меня обманул, он говорил, что заберет в обед, но не заберет. Это меня больше всего расстраивает. Я могу заплакать, если... меня ударили вдруг, меня могу заплакать, если я на кого-то обиделся. Когда ты радуешься? Я играю с моей сестренкой в мячик. Радуюсь, когда сестра может со мной поиграть. Я радуюсь, что я рисую красивые рисунки. Когда мне папа покупает игрушку. Когда меня повели в много-много игровых комнат. Когда я радуюсь, веселюсь, я играю в машинки. Когда люди грустят? Потому что их, наверное, дети разозлили. Погода. Им может быть плохо, очень больно. Дождь, например, пойдет, и очень будет обидно. Что-то несчастно случается. Как ты поднимаешь настроение друзьям? Я могу предложить им поиграть или посмотреть вместе мультики. Что-нибудь хорошее говорю. Например, если он мне давно просил игрушку, я ему дам игрушку, гостя приглашу. А после гостей это мы с ним пойдем погуляем. Я развеселю его, как клоун. Я ему даю вкусняшку, и он веселится. Как ты веселишь родителей, когда они расстроены? Я им помогу в каком-то деле. У мамы там что-то не получается, я ей помогаю там печь пироги, блины. Не буду ей мешать и дам им отдохнуть. Я им помогу в чем-то, у них поднимется настроение. Взять с ним почитать веселую книжку.